Привет, дорогие друзья, с вами я, Гог2210. Сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Все еще на моем запасном аке. Я хочу сделать так, чтобы он вообще про аком был. Так, сегодня я буду апать Тару на 10 ранг. Давайте поиграем в одиночном столкновении. И посмотрим, на что она способна. Ну, Тара для меня. С ней играть прикольно. И, кстати, это мои друзья говорили, что Тара — это их мечта. Так вот. Вот это самое... Я надеюсь, что я на этом аккаунте выбью Легу. Вот он кто-то прячется. Ладно, не будем его тревожить. Взяли баночку. Еще одна роза. Почему только розы мне попадаются? Как только я меняю на розу, какие-то другие про персонажи. А потом, как только я меняю на про персонажа, я опять вижу роз. Это странно. Очень странно. Никто не подходит. Как вы думаете, там розы? Так еще и большой робот. Погнали отсюда. Так. Мы пока что никого не убили. Давайте пойдем мочить всех. О нет, у нее улетал будет. Спорим, что у нее еще улетал будет. Блин, да у нее быстрая... А, она кругом ходит, да? Хочешь кругом ходить? Давай, убейте розу. Блин, а роза быстрая, она прокачанная. Ладно, давайте... еще катку собираем. Мы опять эту какую-то Тару будем еще долговать. Так что давайте еще раз поиграем. Посмотрим, что на это будет. Что нам на это Brawl Stars скажет. Там Пенни. Привет, Пенни. Пенек. Алло, Пенек, у нас с тобой одинаковая жизнь, кто первый стрельнет? Кто первый, кого попадет? Я еще. Ой. Блин. Так, почему тут все игроки хитрые? Ну ладно, погнал я оттуда, мне не хрен там что-то делать. Опа, получил баночку. И минусовал жизнь, как обычно. Так, это что там? А, это бокс. Это бокс. Погнали, да. О, боже, у него ульта. Фу, хорошо, что он меня не попал. Ударила. Ульта сама перезаряжается. Так что, ну, нафиг отсюда, я валю. Опа. Так, ну ладно, погнали дальше. Как-то все это очень медленно идет. А, вот он. Вот он, красавец. На плечо. Вот издык. Ну ладно. 6 кубков. Ладно, играем снова. Мы скоро апнем Тару до 10 ранга. А я говорил, что это будет очень долго. Но это мне так показалось. Йоу. Так, окей, ребят. Теперь главное нам в этом раунде быть... Ну это, третьей жертвой или четвертой, ну как обычно. Все равно кубки мы должны получить. Мы в минус не уйдем, пацаны. Так, вот и вот этого я... Ой, блин. Ну, тут такой робот мне помешал. Ну, ладно. Пусть он завернусил и будет гоняться, а я пока что отойду. О, да там кто-то... Почти ноунейм жизни. Какой ноунейм? О, вот этого я хотел замечить. Да, вот это моя жертва. Ну, точнее, Динамайка теперь жертва. Теперь Динамайка моя жертва. Получай, Динамайка. Ладно, давайте бродить тут по кустам, смотреть, было ли тут прячется. Я забыла, чисто вообще не играл. Я только и открываю сундуки, я только за Шелли, часто, когда на этот аккаунт зашел, играл. О, Нита, привет, Нита, давай, подорвись на моей бомбе. Бомбезно, это просто бомбезно. И да, поражение. Yes. Ну ладно, пятое место и плюс 3 кубка.
И мы апнули ее на 10 ранг. Отлично. Офигеть. Наконец-то. И плюс 9 кубков в подарок. Ну, ребят, скоро мы откроем бесплатный ящик. Ящики силы, я знаю, на кого я выдаду. Я знаю, на кого я выдаду очки силы. Скажу вам, когда у меня будет 100 подписчиков. 100! Ладно, давайте сыграем сейчас за Морти. Сава, заткнись, так. Я руки-палки забыл, за кого я хочу поиграть. Ну ладно, давайте за Морти. Давайте, столкновение. И Мортис туда же пошел. Хочу новый скин на Мортиса, модный. Кстати, ребята, Мортис очень хорошо себя... Это... погнали. О, да, мы замочили ее. Просто своей лопатой изично. О, тут кто-то прячется, мне кажется. О, смотрите, кто это? Кто это тут спрятался? Ну, так, ультой он получил. Пошел я, короче, дальше. Дальше собирать баночки. Я не знала, что ник можно на такой большой сделать. Там кого-то ник. Короче. Так, Себи убил Dark Days. Мне надо, значит, убить Себи. А он там, Себи находится. Опять с кем-то дерется. О, о. Опа. Все, топ-1. Кто со мной? Я просто... бродил, убил всяких там нубов. А потом я попался к профессионалу, у которого мало жизни. Но это нам повезло, пацаны. Это нам однозначно повезло. Теперь давайте соберем на вот этот маленький ящик. Что, в ящике могут оказаться бойцы, монеты и не только. Ну, все это знают. Главное теперь нам не слить в этом выпуске. Не слить. Также по... Да, Мортис? Ну ок. Оу, нау. Хочешь ко мне? Хочешь ко мне? Нет, не получится тебе. Так, окей. Лео, скорее. О, кто это еще там? Илья. Илья, ты что, банку взял? Молодец. Ну, я тебе подарок дам за баночку. Опа. Бегом отсюда. Оу, нау. Оу, нау. Нау, 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 нау. Я на такое не подписывался. А, вот он. Кто у нас? Блин, я ульту просрал. Да что за нафиг? Беги оттуда. Черт, мы слили. А, ну хорошо, что этого дауна убили. Так, плюс 2 кубка. Нет, мы не слили, мы не слили. Фух, мы не слили. Окей, ребят. Немного осталось до этого сундука. Я его открывать... Буду или не буду, не знаю. Ну ладно, я его открою. Я видел читерный способ, как его можно открыть. У меня черный плащ. О, у кого-то мульта. Эй, ты чё? Джордан. Леон. Его Леон зовут. Окей, я замочил фейкового Леона. Погнали дальше. У Мортиса лицо прямо как у скульптуры. У скульптуры какой-то. О. О, смотрите, крыса. Окей, нам не место крысам. О, у меня 1080 жизни. Это же 1080p. Это значит, очень хорошо у меня уже жизни прибыл. Ну, давайте его хоть замочим. Нет, у него ульта. Нет, беги. Беги оттуда. Опа. Опа, у него ульта! Ударила ульта. Фух, я ушел из этой передряги. Погнали дальше. Фух, хорошо, что у меня Мортис. У него вот так вот можно передвигаться. Это очень быстро, если честно. Так еще можно кого-то ранить. О, вот эта баночка. О, еще одна баночка. Чувствую, сегодня у нас будет. Нам будет вести. Да, мне с 3 сундуков не выпало это. О, ну что, столкновение про мне. О, лол. О, получай по мордогу. Так, все, опять топ-1, все. Это просто классно. О, плюс 10 кубков. Мы откроем сейчас вот такой вот маленький сундук. Да, я ж насрал сундук.
Не, уже не хочется его открывать. Он у меня будет прибавлен к коллекции к 5 сундукам. Хотя на 3-2 я открою. А чур мне там ничего не выпадет. Ну, я вам что говорил, чур мне там ничего не выпадет. Мне там ничего не выпало. Ну ладно. У нас еще есть на пороге есть еще один сундук. Ну а с вами был я, Гог221110. И не забывайте блокировать даунов, которые находятся на моих каналах. То есть не на моих, а на моем. Ведь на Roblox RTV, ну, не заброшенный, конечно же, канал. Да все, на сразу. Всем адьос и нет.